Приветствую, на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3. И вот сейчас у нас миссия «Золотая клетка». Даже не знаю о чем. Ну давайте посмотрим. Добрый день, 47-й. Ты отправляешься в марокконский город Марракеш, где вот-вот начнется восстание. Твои цели — частный банкир Клаус Стрейбен и генерал армии Риза. Риза? Только это женское имя. Эти двое заговорщиков вынашивают коварный план. Бывший исполнительный директор банка Стренбург украл сбережения марокканцев на миллиарды долларов. Он ожидал суда за мошенничество. Но сегодня утром отряд тяжеловооруженных наемников напал на тюремный фургон и отбил Стренбурга, убив несколько конвоиров. Сейчас Стренбург укрывается в консульстве своей резиденции и они требуют выдать Клауса марокканским властям. Мы полагаем, что побег Стренбургу устроил генерал Зейден. Он рассчитывает, что бунт в городе перерастет в беспорядки, и Зейден сможет ввести военное положение. Он уже развернул полевой штаб в старой школе неподалеку. Очевидно, Зейден постарается выставить правительство неспособным справиться с ситуацией и убедит народ поддержать военный переворот во имя национальной безопасности. Наш клиент — застройщик Гэмбльтон Лоу, рискует потерять состояние на правительственный объект, на основании лишь чтобы предотвратить путч. Для этого тебе нужно нейтрализовать мятежников Зейдена и не дать протестам перерасти в бунт. Соответственно, устранить нужно две цели. Это настоящая пороховая бочка 47-й. Будь осторожнее. На кону судьба целой страны. Ну. Уж-то я-то не пойму. При моем-то, при уму. Чай не лаптем, щи хлебаю. Соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, непременно быть в войне. Вот примерно как-то так это все и звучит. Ладно. Это что там? Резиновый танк у них там. Резиновый, пластилиновый танк. Самарканд, Самарканд. У них есть резиновый танк. Нет, танк из пластилина. Нет, это Украина. Как-то так. Ладно. На Украине танк из пластилина. А тут надувной. Ну, тем не менее. Сейчас мы... Ну, что-то глубоко прогружаешься. Чтобы не привлекать лишнее внимание, не забывайте убирать оружие. С каждой минутой ситуация здесь накаляется. Консульство в режиме строгой изоляции. Однако протесты находятся в одном шаге от полномасштабных боевых действий, и Зейда не колеблется отправить свои войска в бой. Что бы ты ни планировал, времени мало. Удачи, 47-й. Ну да, здесь действительно мало времени. Давайте оглядимся. Их здесь надо устранять, кстати. И чем больше, тем лучше. Так, что-то я вижу, что-то можно подобрать. Что-то можно подобрать. Что? А тебе какая вот разница? А я вот сюда забегу. Так, нет, давайте переиграем. Так, начать миссию заново. Что-то не то у меня пошло как-то, блин. Меня как-то спалили. Как-то по-идиотски все получилось, это, конечно. Знаем. Вот. Да идите вы нахрен. Так. Еще разок. Блин.
Вот как надо сделать, все, понял. Все. Так, сейчас соберу эти три предмета, я уже заколебался их собирать. Кирпич берем. Отвертку берем. Все берем. Сохраняемся. Так. Для начала надо... Отключаем. Вот что ты ходишь там? Вот что ты там ищешь? Все, никто не видел. Ну что вы трещотки две стали? Так. Так, хорошо, спасибо, он сейчас наверху работает над своим романом. Так. Такие люди будут берут в дорогу. Ага. Ну пойдем посмотрим, кто там работает над политическим романом. Так, отравить, а мне даже нечем сейчас отравить-то. А, да, пожалуйста. Да стой ты. Блин, загрузить. Это получается, мне где-то яд надо еще найти, что ли, чтобы его травануть. Вот эти зеленые, я по ходу дела понял, это подсказки, где, чего, как можно. Ну-ка, вот часто я могу. Ага, могу, вон они смотрят. Так, это охрана. Где что тут есть? Карта-то по сути большая. Поэтому искать не переискать. Вот теракт можно устроить, это я точно помню. Так, никто не видел. Вон туда как-то можно пробраться. Чё там? Отслеживать сюжет задания. А пока ты иди в сторону, гражданин. Это что такое? Почему мы сражаемся? Печатники отправили на улицы развивать плакаты. Это может помочь попасть в школу. Ага, вот так вот. Ну давай, отходи. Блин, вы смотрите оба, да? Ну-ка, вы... Все-таки да. Блин, как бы вас поуничтожать-то всех? А, нельзя, да? Так, ладно. Ага, так, пойдем сюда. Ну, проходи, проходи.
Так. Успел. Ну, буду надеяться на то, что успел. Давай. А я могу сюда пройти? А, не могу. Хорошо. Так. Что, ты будешь звонить? Нет там? Отравить. Можно отравить много чего, много кого. Было бы чем. У меня яда нету. Так. Это все в бунт перерастает. Неизвестно, в какой, конечно, сработает. А, что-то найдено тело. А что? Я его не убивал. На масле подскользнулся. Ну, скорее всего, так оно и есть. Вау, они в разных местах еще, смотрите. Я уж даже не помню, где это масло разливал. Ладно. Так, слиться. Да подожди ты. Вы замечены в запретной зоне. Подожди. На. Хоп. А здесь у нас что? Так. Мы ее сейчас спрячем. Итак, что-то у нас здесь есть. Кирпичи. Берем побольше кирпичей. Ладно, ничего страшного. Так. Как бы вас вырубать-то начинать? Ага, смотрит еще на меня. Так, а что у тебя? Да подожди ты. Just because Orlando made an asshole decision.
Ну да, что тут? Через кроличью нору, судя по плану эвакуации между консульством и магазином, обувь в центре города проложит потайной туннель. Таким образом, планирует покинуть здание незамеченным, если включится тревога. Должен будет спуститься в подземный гараж, там его встретит отряд элитных бойцов. Так, теперь сюда. Ну-ка, переодеться можем? Ну давай еще и тело спрячем тогда сразу. Вот сюда. Так. Что-то взял, ключ какой-то. Магазин обуви осмотреть. Да я бы с удовольствием, если бы знал бы где это. А, ну там же вроде как на карте-то он есть. Еще что-нибудь есть? Ключ-карта какая-то. Что ж, спускаемся вниз. Охранники меня, надеюсь, не узнают. Так, 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 так. Подождите, подождите, не спешите. Магазин обуви. Столько возможностей, да, попасть сюда было? Я вот здесь, да, масло-то разливал, да? Ну-ка. Пакостим. Неизвестно, конечно, где выстрелить. Найди на тело. You cannot enter these premises. Do not make me ask you again. А, мне нельзя. Хорошо. That's the way, sir. Хорошо, я вас понял. А ты не мог бы куда-нибудь отойти? Так, ладно. А сюда не могу. Так. Whoa, what the hell? Command, command, we got people wounded or dead here. If you know what happened, who did this? Wouldn't be you, would it? Command, watch your six. Подожди, нет, ладно. Давай загрузим. Посмотрим, как-то не так, не так как-то надо. Надо его пораньше выстегнуть. А куда тащить его? Так, вот здесь мы его. А куда нам его тащить-то здесь? Whatever, man. You're not working. Пройти не могу. No way. Please, please. А ты тоже поди будешь бесполезен. Давай.
Sorry, sir. Can't pass through here. Да не иду, я не иду к вам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Private? Давайте, надо сломать ему шею тогда. Нет. Сохранить. Я и так наполовину уже замаскировался. Gary, hey, recruit. Gotta find another way. I'm not letting you through here. У меня карточек столько. А, кстати, по поводу карточек, может у меня есть эти, чтобы зайти туда. Давайте посмотрим. Так, а тут ничего и нету, да? Ладно. Свидетели. Пропустите. Хочу до одной дверки дойти и посмотреть. Может, я взял ключ уже. Карту, которая откроет мне эту дверь. И... посмотрите, как взял. Вот, сохранить. Это, видимо, у бабы у той взял. Давай. На. Шкаф тебя, чтоб не мешался. Вот и стой там. Что-то внимание могу привлечь? Так, ты меня заметишь, ага. А если я переоденусь? Так. То ты меня не заметишь. Так мне тогда выгодно вот так ходить. Сюда зайдем. Так. Смотрим, что у нас здесь. Так. Надеюсь, меня никто не видит. Так. Осмотрите магазин обуви. Так, камера наблюдения, видим. Так. Я не знаю, вот меня камера сейчас заметит или не заметит. Вот пустят меня сюда, товарищи. Превосходная работа. Теперь отыщи Клауса. Так, слиться с окружением. А где он? Далековато.
Подожди. Так, вы замечены в запретной зоне. Ну ладно, я уже ушел оттуда. А кто у нас с камерами-то? В общем, это передальная схема. В основе мошенничества сферы управления инвестициями. Так, понятно, вот. Будем маскироваться. А кто заметил? Нет? Блин, так... Ладно. Смотрим, как нам тогда эту камеру-то подобрать. Нам же надо еще и костюм к этой камере. Установить дистанционную бомбу. А у меня ее пока нету. Но она где-то есть, да? А раз она где-то есть, это уже хорошо. Осталось вот здесь вот где-то. Вниз. У элитного подразделения позаимствовать. Ой. Давайте посмотрим. Блин, нет. Давай, загрузим. Как-то не так, да, надо было вырубить его. Так. Давай сломаем. Иди сюда. Идет осмотр зоны, конечно. Так. Ой. Так. А у нас есть? Куда тело спрятать? Нет, нет, отставить. Вот сюда. Теперь я элитный воин. Что у нас там есть?
Да, блин. Да, вообще не то. Блин, элитный воин тоже мне. Хотел задушить, а блин, что ты в рукопашку-то пошел? Кто тебя просил? Души его! Так. Утаскиваем. Всех в одно место сейчас соскладирую. Не-не-не-не, ты его бери. Бери его сюда, затаскивай. Устраивай его здесь поудобнее. Так. Вот весь ваш элитный отряд. Все как в жизни. Так, только вот этот может меня опознать. Все. Давай. Блин, вас всех не перетащишь. Так. Блин, а где эту бомбу-то мне взять? Она же где-то у вас должна быть. Кстати, их был потом подзорвать бы всех разом здесь. Так, и что мы тут имеем? А мы посюда подняться, спуститься можем. Что у нас? Крысиный яд, это хорошо. Так. Где у меня мой молоток? Ты заметил? Ой-ой-ой-ой. Так, а где? Вот это, да? Ну давай. Клаус. Блин. Нет, не этот.
Ну-ка, вот этот может. Я их перетаскал, а сохранился хоть. Ну давай. Блин. Нет, все-таки. Ладно, сейчас их всех повырубаю быстренько. Еще. Ой, подождите. Этому сломать шею. Чтобы не опознавал. Давай. Давай, бежим. Конечно, найдено. Где этот пиджачок был? Ой. So, you clear on the emergency procedure? Так, понятно. Камера, камера. Так, ладно, давайте вот так попробуем. Так. Где тут? Так, все надо забрать, все забрать. А как пойдешь обратно? Так. Вытаскивай его. Вот сюда. Так. Пиджачок так и не спустился, да? Так.
Где у меня этот дробовик? Вот он. Вот он, кого мне надо. Подожди. Вот это выберу. Что происходит? Подожди. Пух. Да подожди. Вот так. Все, больше никто, да? Это что? Ключи. Салют, солдат. Салют. Я тебе дам салют сейчас. Я думал, у вас мина есть. А вы тут беднее церковной мыши. Надо заминировать было этот. Блин, нет, нифига. Вы меня почему вы меня спалили? Надо как-то вас потихонечку, что ли. Где мой костюм? Тот, который. А, блин, надо в этот фуражку сходить, переодеться. Так. Идет поиск. Пусть идет. Где костюм? Костюм я спрашиваю, где? Вот он. Так. Сбросим. Не будем привлекать внимание. Ой. Мины все-таки нету. Господи, какие же вы все-таки отстойные в этом плане. Давай. Вот сюда тебя. Ну и все. Сохранить. Пойдем.
Ну. Да вроде нормально иду. Надо смотреть, в каких костюмах лучше всего. Так. Ты меня знаешь, да? Мне не слиться. Pam Kingsley and his people should have arrived. Yeah, well, I'll take a stroll. Let me know when they get here. Ага, вот так вот можно. В следующий раз, когда он на перила вопрется, да? Ладно. Давайте посмотрим, правильно ли я рассчитал, что ему надо перила опереться. А что у тебя здесь? They are here, all right, biding their time. They're waiting for an opportunity just like this. А что ты никуда не идешь, не заходишь? Так. Смотрим, это что такое? Способ вызвать Зейдана в подземный тоннель. Любопытно. При критической ситуации Зейдан встретится лицом к лицу в центре подземного тоннеля. Заговорщики могут переговариваться друг с другом по телефону, используя набор паролей, один из которых находится в сейфе. Ага. Так, ладно. Ой-ой-ой. Так. Крысиный яд. А где сортир-то тут? Блин. Так, а как мне потом обойти его? Как сюда взошел-то? Здесь у нас что? А, вот оно. Ну иди бухай тогда. Не знаю, на что первым наткнется. Крысиный яд убрать. С глаз здоровья, ты чё? Палево такое держишь. Вот он идет. Иди, иди. Я уж все оголил. Провода все. Яду насыпал. Жду тебя.
Это куда ты пошел? Ой, а я здесь тебя не ожидал. Эти неудачники на улице бушуют вовсю. Иди быстрее. У тебя в подвале все мертвы. Зайда со своими тараканами станет героями, так. Люди кретины. Давай. Патрулируем вместе с ним. Смотрим, какой вариант он выберет. Да куда ты идешь? Может, ты хлебнешь там? На! Да подожди, хватай его. И вот так. Итак, первый у нас помер. Где тут можно спуститься? Сюда? Сюда. Переоделись. Уходим. Так, давайте сохраним. Не будем дожидаться, блин, этого. Ну, хотя, вот, я, скорее всего, ставлю на оголенный провод, что он там, бак-бак-бак, ты его током прибило бы. Так. Куда ты меня выводишь? А мне надо в другие здания попасть. Ну-ка, я могу там попасть? Чтобы мне не перебегать с места на место. Я же вроде как элитное подразделение. Вон. В берете хожу. Что, тут ничего нету? Сохраню. Блин. Что-то немного мандражирую. Мандраж. Так. Давай-ка вот сюда оттянем тебя. Все. Только надо оружие поменять. Смотрим. Так, он нас может спалить. А мы его обойдем. А вот и мины, которые вот чуть-чуть не дошел. На. Так. Куда тебя? Пойдем, я тебя вот сюда вот утащу.
за поворот. Так. Это мы возьмем и вот сюда вот бросим. Это нам не надо. Так, посмотреть. А что тогда посмотреть? Еще одно задание, да? Так. Давай. Пакостим по полной. Сейчас вот самоликвидируется там. Ты меня не знаешь? Нет, ты меня не знаешь. Ты думаешь, я тебя буду? А, сам там. Без меня. Так. О, это я удачно зашел. Так, что у нас здесь имеется? Так. Вау, сабля. Нет, нам сабля не нужна. Блин. Ну все, я могу отсюда выходить. Мне надо идти, ребятки. У меня здесь все в порядке. Как дела? Вау. Это не я. Я его пальцем не тронул. His brother was one of the policemen who got killed when the Mercs attacked Stranberg's prison transport this morning. So he got cold feet. Так, напакостили. Где у нас? Блин, далековато. Кто ж виноват, что он там курит так? Давай. Ой, это что такое? Ну-ка, давайте сохраню. Это все вы. Я тут ни при чем. Так, это я куда попал? Мне сюда. Так, я зашел, да. А вот где ты только?
Ой-ой-ой. Вот сюда, наверное, где лестница? Лестница где? И не закрыть. Тот-то как прошел. Ну давай, с этой стороны пройдем. Подожди. Нет. О. Подожди. Хопа. Так, тот, кто мог меня опознать, уже не может. Ай-яй-яй-яй. И что, вы так будете караулить меня? Чего вы там с ним возитесь? That is General Reza Zaidan, keeper of the peace. Так. У меня и мины есть, и все есть. Ну давай, прыгай. Ой-ой-ой. Тут тело лежит. Распластанная. Сам лично пулю пустил. Да, конечно. О! Так я, оказывается, еще и уехал красиво. Вот так вот. Ну там куча вариантов было. Теперь вы хоть знаете, где бомба находится, которую надо в камеру толкать. А потом, когда я пойду снимать, это условие такое, что. Пока бомбы нет в камере, его не пойду снимать. А когда его пойду снимать, ты бах, его взрываешь. Это раз. Второе, оголить провод, это точно знаю. Его убьет. Нет никаких признаков взлома, сигнализации. У него был ключ. Жаль, что мне не сообщили. Ну давай, за исключением ключа вашего покорного. Упал в Тихом океане. Это был несчастный случай. Было такое предложение. Люди умирают, мистер Фанни. Это происходит постоянно, даже с нами. Если что-то похоже на заговор, то, скорее всего, им не является. Вирус Иттер. Так, переворот, вирус Иттер. Кто-то знает о нас. Здесь есть какая-то система, но я не вижу ее. Провиденс под ударом. Я даже не знаю, правильно я прочитал. Сколько там было? Money. Денег? Not money, Mr. Fanny. Не денег, мистер Фанни. Information. Информации. Про все наши активы и оперативников. Like you. Таких, как вы. Take a trench, director. Копайте окопы, директор. Make it a deep one. Да поглубже, теперь уже никто на нас
из нас не застрахован, вот так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И очень, да, хочу узнать, как именно вы прошли данную игру, данные эпизоды. Ну а сейчас пока.